официально передать то, что мне попросили передать жители Донецка. Это не мои слова, это их слова. Но здесь я не могу их не передать. Так вот, что сказали донечане? Киевляне, вы прожили впервые военную ночь. Вот так мы живем уже на протяжении 7 лет. Мы не желаем вам зла. Но теперь вы наконец-то поняли, что такое война и как мы жили на протяжении последних 7 лет. Но вы этого не хотели видеть, вы этого не хотели слышать, вы этого не хотели замечать. Именно по этой причине война пришла в ваши дома. Ваша сердечная чертовость принесла вам войну. И повторяем, мы не желаем вам зла. Мы желаем, чтобы война на нашей земле быстрее закончилась. И очень надеемся, что эта ночь, она приблизила эту дату намного быстрее, чем предыдущие 7 лет. Повторяю, это не мои слова. Меня попросили это передать жители Донецка.